Всем привет! Казахстанская фигуристка Элизабет Турсунбаева прокомментировала свой переход от Брайана Орсера к Этери Тутберидзе. Да, я ушла от Орсера, но это вообще никак ни с кем не связано. С Брайаном мы расстались в хороших отношениях, он поддержал мой выбор и пожелал мне удачи, сказав, что я в хороших руках. И я поблагодарила ему за тот опыт, который он мне дал. На самом деле тяжело тренироваться вдали от дома и семьи. Иногда нужно что-то изменить, чтобы улучшить результаты. Поэтому к следующей Олимпиаде я хочу готовиться по-другому. Этерит Георгиевна очень хороший тренер. И я безусловно рада, что мне выпал шанс тренироваться в ее группе, рассказала Турсунбаева. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.